Это полностью автономный бронированный контейнер, в который интегрирован минометный комплекс и все необходимое для расчета из трех человек, похожий на стандартный 6-метровый транспортировочный контейнер с крышкой, прикрывающей башню. Систему можно незаметно доставлять по ЖД или грузовым судном в нужное место, состоящий из собственной силовой установки, заряжающего устройства, системы управления огнем и боекомплекта, приспособленный работать как в статической минометной позиции, так и на движущихся наземных и морских платформах. Внедренный в контейнер комплекс оснащен тяжелой 120-миллиметровой турелью, способной как прямой, так и непрямой наводкой вести круговой обстрел с максимальной скорострельностью до 10 выстрелов в минуту.